50% вкуса, который исходит от пищи, это как ее готовят. С любовью или просто так. Корыстно или бескорыстно. С молитвой или без молитвы. Если человек с любовью готовит что-то, он получает здоровье от этого. Это важный аспект здоровья — готовить с любовью, а еще лучше с молитвой. Важный аспект здоровья. Мы не знаем об этом. Но почему мы об этом не знаем? Потому что мы целью здоровья не ставили. Печень болит — лечим печень. Понимаете? Мы не знаем, что такое здоровье. Мы не знаем, откуда берется здоровье. Например, я недавно узнал, что корни, дерево, корни, лечат онкологию. Представляете, в них есть сила рассасывать опухоли в корнях. Это колоссальная энергия в корнях, и именно корни деревьев. Это уже знание. То есть каждый человек индивидуально должен контактировать с этим. Но в целом корни лечат онкологию. Поэтому диета, допустим, для онкологических больных, надо больше есть корней. Вот онкология, если человек, ему надо больше есть корнеплодов. И это будет больше шансов вылечиться от опухоли. Видите, это простое знание, но многие не знают этого. А семена, наоборот, увеличивают рост опухоли. Семена надо меньше есть. Но если человек ест мясо, он никогда опухоль не вылечит. Это 100%, это гарантия. Эта пища несовместима с лечением опухоли уже.